И всем привет, ну, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Кинезисе. Сегодня мы пойдем на миссию «Круче только горы». По идее, эта миссия как миссия на болотах. Убей всех, типа того, как я, наверное, не знаю, потому что как бы описание тоже такое размытое, непонятное. Типа, сконцентрируйтесь, разомните мышцы, станьте с полной силой, скоростью, чтобы одолеть монстров. Типа, ну, типа, одолеть монстров. Ну, как-то так, думаю. Я начинаю лучше разбираться в том, как работает симуляция Дженесис. Чего я никак не могу понять, это зачем она вообще нужна? Симуляция тестирует выживших. Это очевидно. Но все эти тесты должны готовить тебя к чему-то, что называется прибытие. Я не знаю, что это. Чем бы оно ни было, это нечто за пределами симуляции. Ну вот. Как-то так немножечко нам рассказывают о Арк 2. То есть Генезис 2 это немножечко что-то вышедшее из-под контроля. И мы по факту не должны были просыпаться, по идее. А Генезис типа должен Генезис 1 должен готовить нас к именно прибытию, то есть Арк 2. Прибытию на планету. Такс. Ну давай, 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 не застревай. Пожалуйста. Пожалуйста, не застревай. Хотя, фиг знает, слушай. Что-то не похоже, что здесь какая-то есть арена. Нет, нет, нет. Здесь явно не это. Ну давай. Нет у меня элемента, иди нафиг, мелкий пиздюк. А все-таки да. Это просто там была арена. О, а вот это уже круто. Добрый вечер. А ты? Ты долго будешь заряжаться? Спасибо! А можно было как-то побыстрее зарядиться? Воу! Добрый вечер! Мать твою! А можешь ты как-то побыстрее заряжаться? Спасибо! Бобров еще мне не хватало. А двоих сразу? Могу? Да, естественно, могу. Не, давай другое. Ой, добрый вечер, не хочу. Опять? Ага. Говно! Так, где старый добрый топор? Ну, всех размочу нафиг. Я сейчас вас этим топором-то... И теперь вы этим топором... Еще мне дали топор. Ну все, короче, нафиг. Иди сюда по одному. Какой дробаш, идите взад. Ху-ху-ху. Да пошел ты. Обалдеть. Я еще разрешается так отвратительно долго. Ужас. А я думал, арена будет. Ну, опять-таки же, зато я угадал. Не, вот эти заряжающиеся эти, это говно. Выстрел один раз, зато зарядил два. Ну, ты, конечно, даешь. Так. Так, это винтовка. Это порог. Это не то. Это опять винтовка. А это уже пошло... Совушка! Добрый вечер! Нет, спасибо. Оп! Серьезно? Не шутну? Серьезно? Чё?
Не-не-не-не-не! Не цепляйся! О-о-о! Подожди! Подожди! Ну подходи, твари! Я сейчас вас устрою аннигиляцию вам. А мне это нравится. А мне это нравится. Да мне однозначно нравится пушка. Я не знаю, что это такое, но я вижу, что это тековская. Но она мне нравится тем, что я под себя могу стрелять и себя не дамажить. Ну ладно, живу. Живу. Пока что самое главное это оружку случайно не взять. Ага, спасибо. Пошли нафиг. Ублюдки, мать вашу. А-а-а, пошли в жопу. Ай, заряжай, 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 заряжай. Нафиг. А, Ферокс. Вы что, серьезно, что ли? Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй. А, заряжать. Ну все, мать вашу, иди сюда, я сейчас тебя устрою. Резню по-техаски, давай! Ладно, это еще круче. Слушайте, а в болоте мне не могли такие оружки давать, а? В натуре. Вон, классно. Хе-хе-хе-хе. А, жаль, не разобрать в темноте, что-то как-то где, что за оружка. Ё-моё. Простите, сорян, народ зазевался. Ну блин, у меня 2 часа ночи. Давай мочим. Так, ладно. У-ху! Пошли вон. Вы что, дурные, мне дали за говно? Ой-ой-ой, пожалуйста, пожалуйста, не бейте меня, не бейте меня, пожалуйста. Ах вы, ублюдки, мать вашу, ну иди сюда, я тебе сейчас голову-то расхреначу. Давай, подходи, ах ты голем идешь, да? Не, ну ожидаемо, что голем попрет. Пошел ты. Блюдок, мать твою. Заряжай! Чувствуете, да, вот эти вот эмоции от «А ну иди сюда, ублюдок, мать твою!» И такой «Ой, нет, пожалуйста, не бейте меня!» Покосранный дробаш! Добрый вечер! В смысле? А вы чё это такое? Там же миссия вроде бы волна закончилась, не закончилась? А, это просто что ли? А, это простые? Ох, ты ж нифига себе. Ну, добрый вечер. Так, не, погоди. Давай встанем где-нибудь здесь. Здесь где-то эта пушка спавнится. Будем около нее тусить. А если я каждый раз буду ее подбирать, и она будет на перезарядке, то есть перезаряжаться, то вообще будет кайф. Типа вот так вот. Дурная обезьяна! Дурная обезьяна! Обезьяна за бортом! Надеюсь, у меня нету эпилептиков среди смотрящих. А то я уже тут сам чутка офигеваю. Да ты дурной! Перезаряжай! 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 Ну, мать вашу, иди сюда, сейчас всех... А, подожди. Как же тут мало патронов. О, здорово, усилялка. Прилив Эдмундии, ядришь, макарешки тебя. Я тебя сейчас в рукопашку размочу.
В скобочках нет. Пошел ты! Это было жестко, но было и прикольно. Так, прокаптодонт. Снайперка. Ну, по сути, то, что мне не сильно-то и нужно. Паразавр. Так, еда. Вода. Выкинуть. Уа! Классно, говно сожрал. Ну, вот так вот немножечко. Инвентарек-то разбабахаем. Ну, погнали бетку. Альфу я 100% не пройду, я прям в этом уверен. О, здорово. Это я прям 100% уверен, ну, потому что это то же самое будет. Так, берем топор. Потому что топор... Погнали всех мочить, потому что топор. Ну, здорово. Говно. Отлично. Хорош меня кидать, я вам чё, бейсбольный мячик, что ли? А попадать? Спасибо. Я уже думал, ты попадать перехотел. Да я с голыми руками на медведя ходил. Эй, пожалуйста. Ага, спасибо. Ну, бешеные бобры. Экс. Обезьяна! Пошел ты, пошел ты, пошел ты, пошел ты, пошел ты. Броню все 100% сейчас попереломают уже. Интересно, у меня есть там ботинки на замену? Да, вот и ботинки пришли. Не, пожалуйста, не зависай. Ну ты серьезно? Ну ты серьезно? Не зависай, мать твою. Спасибо. Ну потому что уже тут просто без вариантов. Я либо, короче, эту пушку беру, либо, короче, да ты серьезно что ли? Беги, 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 глупец, беги. У тебя еще есть время, ты успеешь, успеешь убить их всех. Давай, умочи жиропаса, собака. Так, светает. Говно надо вырубить. Так, ботины. Ботины, 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 ботины. Какие-нибудь ботины, ботины, ботины. Пожалуйста, ботинки какие-нибудь. Ботинки. Спасибо, что нету ботинок у меня. Они есть. Я просто слепой. Так. Ладно, для начала мы справимся. Дальше мне нужно будет просто найти пушку. О, добрый вечер. Пошел ты. Найти пушку. Нашел пушку! Мочи! Давай! Ху-ху! Я сейчас вам, козлы-то... Сейчас, погоди. Ай, не то оружие. Добрый вечер. Ах, ты ж еще и промазал. Ну, спасибо. Да хотя бы топор уже лучше будет, чем это говно раз в пятилеток перезаряжающееся.
О, вот она ты где. Так. Стреляй под ноги, стреляй под ноги. Отлично. У нас есть все шансы выжить. Наверное. Но это не точно. Ты, спасибочки, что не ты, блин, мне показалось. Фига себе, какого хуголя сделал. Ну, здорово. Прилив Эдмундия мне дал силы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Интересно, как это прилив Эдмундия мне дает силы? Это что, сам Эдмунд Роквелл мне помогает, что ли? Ну, это единственное объяснение, откуда у меня прилив сил появляется. Ну, здорово. О! Спасибо. Да пошел ты! Да, блин, так мать твою за ногу, чтоб тебя собака ехалась! О, беги! Ага, ёб твою ж! Да вы мне в кошмарах будете сниться, скоты! Да, пожалуйста, возьми пушку! Давай! Стреляй под ноги! Мочи! Мочи! Ну, спасибо! Да хотя бы это лучше! Ну, супер. Минус башка. Да ты чё, ещё прыгаешь, что ли? Ты чё, дурной? Да. Вот это я понимаю, была жопа. Фух. Так, мне нужна шапка. Давай вот это хотя бы шапка. Так, что еще у меня есть? Что еще у меня есть? Да ни черта у меня нету, наверное, но это не точно. О, вот это у меня есть. А ты у нас что там? Давай, хоть какая-то броня есть получше. Так, ну здорово. Да ты что, дурной что ли? Перезаряд, 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 там макака идет. Здорово я! А, нет, это... А, это макака еще рано. Окей. Лучше перебздеть, чем не добздеть. Ой-о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 й
Ах ты жирный, жирный, такой из пассажирный. Давай, давай, мочи, мочи, мочи их всех. Перезарёт. Стреляй под ноги. Отлично. Хоп, перезаряд. Просто как будто ковровая. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ты что, дурная что ли? Да пошел ты, пошел ты, пошел ты, пошел ты, пошел ты. И ты пошел. Иди нафиг! Словно потамус. Ешь клинкотус. А вот теперь будет жирная обезьянка, которая будет кидать в меня камешками. Альфа проходить не буду, я там точно сдохну. Сразу говорю, альфа проходить не буду. Не, ну блин, мы уже проверили неоднократно на эти... Ну, в смысле, на серии-то в болоте неоднократно проверили, потом я еще и попытался так пройти, но, в общем, короче, не получится у меня пройти. Я в этом уверен на 100%, поэтому как бы смысла не вижу. Ну, добрый вечер! Моногарм? Серьезно?
Пожалуйста, перезаряжайся! Пошел мочить всех нафиг! Да пошел ты! Стреляй под ноги, мочи, мочи! Пожалуйста, дай мне оружие, а, дурный, попёр, иди в зад. А, ну добрый вечер, хорош лагать. Да ты ещё-то что тут делаешь? Не-н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 е
этого пирования. Она очень резко закончилась. Это было что-то с чем-то. О, мне опять рецепт дали. Ну, только теперь ничего перерабатывать не знаю. Но мне дали рецепт, это прикольно. Из предметов, что я получил? Терпиагнат. Эти две шмотки надо починить. Мне вообще все шмотки надо починить. Снайперская винтовка. Давай хоть ботинки надену. Снайперская винтовка. Снайперская винтовка. То есть, здесь просто куча снайперских винтовок дают за эту миссию. Вот как-то... Как-то так! Такое ужасное место. Просто ужасное место. Ну, что еще могу сказать? Альфа я точно проходить не буду, как я уже сказал. Я там точно сольюсь, это прям 100%. Это прям, хоть гадалки не ходи, это прям инфосотка. Все дела. Да, это понятное дело. Извините, меня здесь уже раздервали, как лошару, а штамп-то и подавно. Если я болотный пройду, с болотной пройти все-таки легче, там как-то менее сумбурно, нежели здесь. Здесь просто ад и месиво, там все-таки полегче. Вот, а если я болотный пойму, как проходить, то и это тогда пройду. Ну и другие подобные миссии. А вот, на Альфе. Дальше пытаться смысла не вижу. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Ну и, конечно, делиться моими видео с друзьями. Это все, всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока!